Приветствую вас, и я постараюсь ответить по пунктам. Первое, то, что касается девушки. Значит, что вам, собственно говоря, нужно делать? Добиваться ее, если она вас отвергла, если она сказала, что и только друзья, наверное, не стоит. Не стоит, потому что она сама установила эти границы. Но, с другой стороны, эти границы она установила потому, что, вероятно, ей не понравился характер ваших отношений. То есть характер ваших отношений был таков, что вы переспали по будущему состоянию алкогольного опьянения. И это не дало ей возможности думать, что у вас серьезные взаимоотношения. А девушка на несерьезные взаимоотношения, возможно, не готова была. Значит, вам здесь нужно сделать следующее. Поскольку есть вероятность, что она просто недостаточно верит в ваши намерения, то вначале, вот на данный момент, вам нужно постараться ее добиваться какое-то время, скажем, в течение там полугода или больше-меньше, там, в зависимости от того, как вот вы себе сами это представляете. То есть основной фабулой вашего поведения к ней можно назвать следующее. Я понял, что я хочу быть только с тобой, мне никто больше не нравится, ты мне одна нужна. Вот если будете ей это доказывать в течение длительного времени, то сможете посмотреть, готова ли она вас принимать или нет. И здесь, конечно, от дружбы, даже если она предложит вам дружбу, отказываться не стоит в этом контексте. Потому что дружба – это всегда шанс. Это шанс как-то с человеком сблизиться, как-то вызвать у него доверие и расположить его к себе. То есть, с этим понятно. Если девушка, откажется, пройдет время, и она все равно откажется с вами взаимодействовать, все равно откажется быть с вами в качестве вашей девушки, то тогда ее стоит оставить в покое, но опять-таки не разрывать дружбу, потому что мало ли что будет в будущем. Любая категоричность в отношении, к сожалению, только им вредит. Это то, что вам нужно понять. Дальше. Что касается того, что вы не знаете, красивы вы или нет. Дело в том, что нельзя нравиться девушкам всем. Кому-то вы не нравитесь. Кому-то нравитесь. Это нормально. И если вам говорят, что вы симпатичны, то это признак симпатии. И это хорошо. А если вам говорят, что вы не симпатичны, то это дело вкуса. Вы отделяете, точнее, различаете популярность девушек и их красоту. Так вот, девушки некрасивые, по вашему мнению, и непопулярные, могут считать вас неподходящим именно потому, что полагают, что вы никогда не обратите на них внимания. Это такой, знаете ли, защитный механизм. Защитный механизм от, от ощущения себя, знаете, недостаточно хорошим. Для мужчины, в данном случае для вас. Потому что девушка, уверенная в себе и которая четко знает, чего хочет, так говорить, как говорили вам, никогда не будет.
Потому что это грубость, грубость означает агрессия, агрессия означает открытый внутренний конфликт. Но ваша неуверенность в себе от этого меньше не стала. Наоборот, она у вас есть. И нужно понять, почему вы в себе сомневаетесь. Мужчина привлекательный для женщин не внешностью. Мужчина привлекательный характером, поведением, поступками. Это мужчины любят глазами. Женщины на внешность мало внимания обращают. И потому вам нужно подумать, а как эта неуверенность влияет на ваше поведение? В чем проявляется негативное влияние этой неуверенности? И вот уже над этим работать. И в этой части, в этом контексте проблема в вас. Надеюсь, на вопрос был, да, четкий ответ. Если вам он понравился, буду благодарен, если сделаете его лучше. А если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу.